Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гей. Мы сегодня снова все на проекте Мазин Хулиплей. Это первый сервачок. Все ссылочки есть, как всегда, в описании под видео. А если вы хотите начать с ним играть, то, конечно же, вводите мой промокод. Пишите /mm, 7-й пункт промокод, указая друга ютубера и вводите промокод Кирилл Гейм Капсом. За этот промокод вы получите 450 тысяч, поэтому берите, вводите мой промокод, качайте уровень и получайте свои деньги. За эти деньги вы сможете купить себе квартиру, машину, одежду и просто с кайфом начать играть на данном проекте. Поэтому не тупите, вводите промокод и забирайте свои деньги. Но в этом ролике, дамы и господа, мы будем открывать контейнеры. Как вы заметили, у меня есть кейсик, это значит то, что у меня много бабок, а именно 60 миллионов рублей. И в этой серии мы просто будем тратить много бабок, открывать все контейнеры, которые только будут. От вас я хочу увидеть максимальную активность, давайте постараемся на этом ролике набрать 200 лайков. Если вы набираете 200 лайков, я сниму еще подобное видео, где я буду открывать также контейнеры, возможно, в большем количестве. Поэтому все зависит только от вас, от вашей активности. Я очень хочу увидеть на канале 22 тысячи подписчиков до Нового года. Поэтому, кто не подписан, подписывайтесь на канал. Всем желаю приятного просмотра, а тем, кто кушает, приятного аппетита. На самом деле, я уже очень давно просто не открывал контейнеры. Я не помню, честно, даже когда последний раз я это делал. И здесь у нас осталось, получается, два контейнера, которые у нас стоят. У нас завоз, получается, каждые 3 часа. То есть, через полчаса тоже будет завоз контейнеров. Но здесь пока что есть только вот два контейнера. Это, получается, Сухум и, получается, Мурманск есть. Давайте, короче, попробуем их открыть. Но сейчас мы откроем два контейнера, пацаны. Бабки имеются, понимаете? Я себе, кстати, вот такой вот крузачок приобрел. Так, чисто покататься с нетройсиком. Но, пацаны, серия обещает быть интересной, потому что я планирую в этой серии открыть не два контейнера, а хотя бы минимум 6 контейнеров я хочу в этой серии открыть. То есть сейчас я открою вот эти два контейнера, и через полчаса появится еще 4 контейнера, которые я также хочу открыть. Поэтому, пацаны, с вас обязательно просто лайк и подписка на канал, потому что подобного я, конечно, не снимал еще, пацаны. Да, я снимал там раньше, еще когда только добавили контейнеры, как я их открывал, но сейчас, пацаны, прям бабки, ебать, летят нормально. Так, сейчас посмотрим, что мне выпадет. Так, выпало супра. Я не знаю, сейчас посмотрим. Так, 6 миллионов. Забрать себе. 6 миллионов, в принципе, такое себе, пацаны. Я думаю, можно, в принципе, и продать. Так, все, я ее в порт, короче, продал. И сейчас идем открывать следующий контейнер. Я не буду, скорее всего, ничего забирать из призов. Я не вижу в этом никакого смысла. Просто 13500, ебать, заряжаем, так сказать. Я очень хотел просто подкрывать контейнеры. И, наконец-то, у меня, пацаны, это, в принципе, получилось. Поэтому сейчас мы посмотрим, что нам, в принципе, здесь выпадет. Ну, такое, на любителя. Роска какая, 12? Мне кажется, здесь роска поменьше. Так и 12, вроде ж 5, 5. Нет, тут, блин. Мне кажется, да похуй, я, пацаны, ради контента открываю, так что все нормально. Мурманск. Мурманск, Мурманск. Салам алейкум! Контейнеры открываем, а я могу сразу все открыть, интересно. Короче, открываем, пацаны, все контейнеры, просто все контейнеры, которые здесь есть, мы их, короче, будем открывать. Народу здесь просто очень много. Я не знаю, откуда они все здесь просто взялись, но реально народу очень много. И все пришли посмотреть на то, как я буду контейнеры открывать. Открывайся. Открывайся, говори. Открывайся. Открывайся, пожалуйста. Я угоню оттуда машину. Ух ты, это ты что? Параша ебаная! Опа, идем дальше. О, Путин или что? О, это Кирилл Кипой. Самые дорогие контейнеры, короче, сначала открою, потом буду открывать дешевые. Суху. Тут и века. Мне Кирилл никогда денег не давал, пусть он. Кирилл, дай денег, пожалуйста, тебя умоляю. Бля, пацаны, я не могу вам бабок дать. У меня на модульке за идею чисто. Открой, Суху. Ему надо щелбаны давать только. Все. Можно и посрачить. Можно и посрачить, только плотный. Суху. Жалко, нельзя все сразу контейнер открыть. Сухум, сухум. Кирилл, ты тачку быстро не подавай. Если, открой. Короче, новая ешка будет, ты заберёшь. Давай, хуйню выпей, хуйня, давай. Кирилл, блядь, да, у нас. Чики-брики, чики-брики-та, чики-брики. Чисто, ебать, включаем, ебать, танцы, нахуй. Та-та-ра-та-та, ебать. Чисто танцуем, пацаны, открываем контейнеры, у-у-у!
Проебываем деньги! Пацаны, все ради вас, все ради контента, короче, чисто открываем все контейнеры, которые здесь только есть и которые только могут быть. Поэтому чисто делаем реально контент, пацаны. Боже, зачем перебивать, я не понимаю. Да пусть забирает, Санкт-Петербург. Зачем перебивать просто? Мне это все равно, я могу и здесь открыть. Бля, смысл перебивать, там же хуйня какая-то выпадет. Я чисто по угару открываю, пацан чисто хочет заработать денег. Ну посмотрим, пацаны, меня перебили одну ставочку. Не дали мне открыть контейнер. Ничего страшного, все под контролем. Контроль, ебать, пацаны. Главное контроль. Акс, зашли сюда, давай. Какая-то хуйня чекать. Акс, сори, давайте, давай. О, брат, ты окупился! Бля, только он меня попробует перебить. Сейчас опять же перебьет, дурачок. Санкт-Петербург. Перебивай, друг, давай! Шо, слабо? Давай, алло, алло, шо? Шо, не? Не? Все, да. Ташкин Б, Ташкин Б. Деньги кончились. Давай, родной, перебивай. Давай, родной, давай. Все, пусть открывай. Не трожь его, Кирюх. Лучше мне дайте деньги. Давай, Василь, газуй. Кирилл, вот я тебе отвечаю, Кирилл, лучше мне 20 лямов дал. Уйди, и потом за 10 попробуй взять, можно так, не? Логан тебе. Дай такой аксессуар, будет. Рено-логан. Да, пусть аксессуар будет. Пацаны, потно, просто потно, ребят. Я ради контента поставил, короче, 20-ку. Открывайся. Давай, Бугатти какой-то. Давай. О, та ты шо? Лошары, да. 20 лямов. Сколько? Лох! Вообще похер. Ладно, это локо был бы, если бы за 10 открыл. Давайте сейчас дропни бабки, смотрите, дроп. Опа, Чинтамбе. Чинтамбе, пацаны. Опа, еще Чинтамбе. Опа. 2-2-2, пацаны. Дай денег. Просто бабосики ебать сливаются. Надо было мне отдать. Как Асматы пишет. Нормально, пацаны, реагируют. Уходишь с проекта, пишет. Лох. Ебать, Кирюха, ты щедрый. Вот реакция, пацан, такая хорошенькая, да? Такая сочная, сочная реакция получилась. Если на этом ролике, пацаны, будет просто бешеная активность, реально, если вы наберете здесь 200 лайков, то я запишу еще одну серию по контейнерам, где бюджет будет уже немножко побольше, и открывать контейнеров мы будем тоже побольше. Поэтому все зависит только от вас. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.